Говорит и показывает «Факел ТВ». Сегодня большой день. Встречаются крупнейшие киберспортсмены современности. Максим Седов и Николай Зайцев. На бабки. Что? Не, ну баб, что? Что? Тему бабок не надо себя поднимать. А что, не хватает тебе, что ли? Мне бы хватило, если бы... Не хватает тебе, да, давай? Это понятно. Как бы придется сегодня тебя прожарить. Как, вот, серия, эту, как вот эту индейку на обеде. Не знаю, найдем или нет, надо было Валеру звать, он разбирается. Нет, я беру тот, в комментаторах. Саукяна, да? Он же в комментаторах. Ну, Рустамяна, ты же его близкий. Может, Валерий наберем? Валерий? А где телефон? Попросим. Попросим, чтобы комментатора настроил. Там настроят нам на армянском языке. А тут говорит, надо второй состав, тут надо 20-ром играть. Состав. У меня тоже на состав второй команде. Бывали, надо 20 человек сразу, чтобы играли. Потому что не знаешь, кого поставить. Ну, поставлю, наверное, я в атаку себе. Апаева. Повар надо пешехода убрать. Вчера у нас таких команд даже тебя варил. Даже таких команд нет, как повар. Надо поставить. Так, где у нас тут Чаро Василий? Нету, что ли? Не зря. Че, погнали? Погнали. Че тут комментировать? Вожу тебя. Да. Скаут, Максим. Как? Ну как бы? Игорь Вячеславович стоит. Егоров. Егоров. Вот, видишь, как надо фланги скрывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что, пенальти, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Максим. Игорь Вячеславович! Так надо еще забить. Ладно, не буду тебя забивать. Я не смотрю на тебя. Точно? Давай. Я сказал, не буду забивать. Ну, ладно, я помню. Fire, да? Не fire, fire, это огонь. Огонь, братан. Fire, play, ладно. Fire, fire. Что, ты в огне, что ли, играешь? Ой. 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 Ой-ой-ой. Ну ладно, ничего страшного. Камера снимает там, нет? Ничего страшного. Как ничего страшного, братан? Одиной, блин, ничего. Сейчас бы Валера. Валера бы, если видел, так ха-ха ловил бы. Все, все равно заберу у тебя этот мяч. Где-то... Да нет, ты че тут? Вался. Алло. Ну это... Мелкий дриблинг. Шляпа. Если игроки, ну как бы, если кнопки заедают. Не умеешь, нет, не если отбирают. Кнопки заедают, что ты можешь сделать? И где-то входить. И в дальний. Да нет, Мануэль Саутин. Я думаю, откуда он джойстики уже сломаны? Видишь, как... не сломан. Ну уже, блин, этот один аналог вы ушатали, блин. Тинейджер. Конечно, сколько человек играют? Сколько, блин? Вы вдвоем. Ты и твой друг. Как его напомни, новенький? Валера, Царукян, да? Ты этими джуканджиками играешь? Да, это тебе не вторая лига. Ой. А вот такая... Ой. Ай, хорош. Блин, это подвоз будет. Добей уже в девятку. Твою налево. Что-то пожар какой-то. Сейчас надо было, конечно, решать. Ну, как говорится, не забиваешь ты. Мне Петрович сказал не обыгрывать тебя даже в PlayStation. Что... Не забиваешь ты. Не за... Блин. Да нет. Ай-яй-яй. Знаешь такую пословицу? Такую пословицу. Коля, ты не трогай меня.
Что значит, Коля, отскок? Если ты не умеешь бить парашютами, что мне сделать? Ну, как там, блин, красивое тело. Ну, вот это отскок. Я тебе сказал. Вот это отскок. Вот это отскок, конечно. Ой-ой-ой. Чап! 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 Ну, видишь, хочу... Там хорошие защитники. Ну, красиво хочу забить, понимаешь? Да-да, сюда, да. Я же говорю, красиво вратарь, хочу. Да? Что, вратарь? Ну. Ближний, ну как можно ближний пустить? Ну как, вот спроси вратарей. Зудивичу набери. Не хочу даже набирать его. Что у тебя? Я хочу поменять схему. А схема? Такое давление, конечно, уже схема у меня. Поменяй микросхему лучше. Хочешь контратаку убежать? Жла. Может. Ну, шлагбаум. Верхом. Ай-яй-яй. А по страховочке. Да ну как можно так пробить, Максим? Как ты, блин, бьешь? Блин, еще к тебе отскакивает. О, начинается этот там танцы твои. Дай сюда мяч. Собака. Вот она. А я выхожу вратарем. Че, мы классику играем? Ну конечно, надо выявить победителя. Че, вообще не смотрю. И вот она. Че это такое? Че по защитникам-то? Vamos. Что значит vamos? Вперед, как там говорит. Ты даже не знаешь, говоришь по телевизору, видишь, блин, в Инстаграме, и говоришь, не знаешь. Yeah. Может поинтересоваться у тебя в профессиональном футболе? Сколько игр? Немножко. Сколько ну, немножко? Подожди. Да я даю тебе шанс. Петровича вспомнил. Че я 2-2 с ним играю? Я же тебе говорю, Петрович попросил тебя не травмировать. А то у тебя и так травмы, еще психологически. Все, Максим, поздравляю тебя. Ты в этом футболе сильнее меня. И игра принесла очень положительные эмоции. Рад за ребят, что они смогли выиграть сегодня. Я решил выставить свой состав в 5 защитников, потому что хотел отдать мяч сопернику и играть на контратаках, но... После первого тайма я так подумал, что это мало проходит. И мы перестроились в 4-4-2, можно сказать, в классическую схему. Ну, результат матча – это поражение. Вот. Но я могу сказать, что я очень хорошо знал соперника, очень хорошо. Очень хорошо его разбирал, но соперник решил воспользоваться кодами, читами, поэтому нашим ребятам было тяжело. Полностью контролировали игру, полностью. У нас была максимальная целостность, переходили из обороны быстро в атаку, из атаки в оборону. Но вот после кодов соперника, конечно, это повлияло на результат. Пропустили два гола. Вот. Могу сказать, что забил он шляпу. Вот. Если так можно сказать, это... Нереалистичные два гола были, поэтому могу сказать, что мои ребята сильнее, и как бы есть потусторонние силы в футболе, попросили, ну, чтобы не обыгрывать этого человека, чтобы поддержать морально, поэтому я не мог, ну, не придерживаться этого плана, поэтому был план забить 2 и пропустить 4, в принципе, мы справились, так что поздравляю наших ребят и думаю, что руководство нам за эту игру даст тройные премиальные и отпустит в отпуск на Ибицу. Спасибо.